что должен иметь среднестатистический олигарх? Итальянскую одежду, часы из Швейцарии, виллу в Испании и... Aston Martin Rapid. Это новейшая четырехдверная машина, построенная на платформе суперкара DB9 с умопомрачительным двигателем объемом 6 литров. Но неужели автомобиль оправдывает средства? На этот вопрос я и постараюсь сегодня ответить. За моей спиной находится новый Aston Martin Rapid. Выглядит он как надо, прижатый к дороге суперспорт, устремленный вперед, скульптурные линии, гармоничные пропорции. Так что автообозреватели уже окрестили автомобиль самым элегантным спортседаном в мире. Хотя у Aston Martin новую модель склонна называть четырехдверным купе. Впрочем, дверей у Рапида 5, а посадочных мест всего 4. Пассажирам во втором ряду будет разместиться не так просто. И не то чтобы сзади места для головы и для ног мало, нет, дело в другом. Туда сложно забираться, а выбираться оттуда еще сложнее. Посадка и высадка, знаете ли. Пусть во втором ряду возникают какие-то сложности, зато водитель и передний пассажир чувствуют себя хозяевами положения. Элегантно оформленный и великолепно отделанный кокпит, настоящий Aston, обивка кожей тонкой выделки, на передней панели шпон древесины ценных пород, местами углепластик и матполированный алюминий, всюду ручная работа, штучные изделия. Ортопедические спортсидения, смонтированные по обе стороны центральной консоли, электрообогрев подушек и спинок, сервомеханизмы регулирования. Откидная задняя дверь открывает доступ к погрузочному пространству вместимостью от 315 литров до 885 литров, если сложить спинки задних сидений. Заявка на своего рода практичность. Испытанием на удар такие автомобили не подвергаются по понятным причинам, так что рейтинг безопасности по методике NCAR для Rapida не указан. Однако безопасность в данном автомобиле на должном уровне, 8 подушек и занавесок и прочие средства защиты. Rapid комфортабелен и безопасен, это безусловно. Динамические возможности у ходовых качеств новой модели очень хорошие, Aston Martin веников не вяжут. Разгон от 0 до 100 у Rapida составляет всего 4,7 секунды. Отличное время, лучше номинального по сведениям пресс-релизов. Стандартную дистанцию в 1/4 мили Aston прошел с места за 13,2. Тоже недурно, причем в конце мерного отрезка достигнута скорость без малого 174 км в час. Литражный V12 тянет не слабо, правда, наибольший крутящий момент достигается при довольно высоких оборотах. Автомат переключает без задоринки, но местами задумчив, особенно заметно в городском потоке. А чтобы придать АКПП остроты, лучше задать режим спорт и перейти на принудительное управление. Кстати, в мае пару Рапидов вывели на старт традиционного 20-часового заезда по северной петле гоночной трассы Нюрберанг. Спорт-хэтчбэк выдержал марафонскую дистанцию, и один из них финишировал на 32-м месте, вторым в своей категории. Какие еще нужны рекомендации? Rapid не просто элегантный из седанов, а самый привлекательный Aston Martin. Причем его динамика и управляемость не уступают внешности. Шедевр автомобилестроения.